Так, сегодня первый день весны. Радует нас снегопадом. Снегопад уже прошел уже. Но все равно вот снег уже. Снега прибавляется. Все больше и больше. Такая у нас весна. Сегодня 1 марта. Ребятишки строили снеговика. Там дети на горке играют. Мы находимся в Старостной 59. Ну, 61 тут дом. Там 59, 61. Когда был маленький, здесь гулял. Еще на стройке. Тут была стройка. Эти дома строились. Я не вижу построен, но ничего не были сданы, их можно было лазить. Собрали мы патроны, гильзы, охотничьи, потом эти. Не охотничьи, а рабочие. Сигнальные ракеты собирали. В этих дворах прятались от сторожей. И тут было стекловато, то мне раз пришлось не прятаться. А сигнальные ракеты использовали довольно часто. Когда здесь взрывные работы шли, время взрывных работ, сначала желтая ракета появлялась на небе. Значит, надо было идти в укрытие. И это всюду рабочие выскакивали, нас затаскивали в подъезды. Потом красный взрыв, ну и зеленый уже отбой. Можно было спокойно идти дальше по своим делам. Интересует, что это маска, когда опаздываешь, мне говоришь, мусор разводили. Так для нас было, когда в школу опаздывали, говорили, взрывали, и все, и не придерешься. Что реально были такие случаи, когда идешь в школу, бежишь, тебе раз, и подъезд толкают. Желтая ракета летит. Говорит, все, сиди в подъезде. Ну, потом, конечно, там немножко посидишь, погуляешь, и в школу идешь чистой совестью, что не погулял. Вот этих домов в те времена не было. Здесь был небольшая деревенька была здесь. Мы тоже здесь играли, лазили, чернику собирали. Вон там на углу Бристоль виднеется. Тогда был видеосалон. Первый видеосалон появился. Мы ходили с фильм смотреть. Там был даже не кинотеатр. Просто стоял телевизор с диктофоном и стулья. Платишь, заходишь, смотришь боевик, выходишь. Такой был сервис. До сих пор установка называется видеосалон. Хотя его уже нет очень давно. Мы там в поселке гуляли, в деревеньке. Там частный сектор был. Мы катали там покрышки с горки, сено запихивали, поджигали, ну, так развлекались по малолетству. Не помню, в каком классе был. Теперь вот так все изменилось с тех времен. Залив, солнышко заходит, сейчас вечер, где-то около 6, наверное, или 6. Уже полярность закончилась. Наконец-то появилось солнце. Такая здесь красота. Наш район называется Городроков. Здесь, когда стал поселяться, здесь еще сюда не ходили автобусы, только один 29-й. Битком был, просто не доехать сюда было. Он на карус был, он ехал очень-очень медленно, коптил. Быстрее можно было пешком дойти. Ну, еще у нас на горе все время метели. Метели, ветер сильный. Вот здесь метель, бывает, идешь, тебя сносит. Не спускаешься, там тише. Или внизу там с работы идешь, там спокойно, хорошо. Залезешь на гору, здесь тебя сдувает, сносит. Такой райончик. Поэтому, видимо, и называют гора дураков. Еще магазин сделали, поле чудес. Я не ошибаюсь, если вот этот, кажется, был раньше. Но потом убрали. На поле чудес такой, на горе дураков. Страна дураков назвали. Еще, стране дураков. Мне этот район очень нравится. И лес рядом, школа, садики, музыкальная школа, секции. Здесь все есть. Он создавал, этот район создавался в конце 80-х. В 86-м году мы сюда переехали. Он еще был не застроен. Наш дом стоял, там еще несколько домов.
А вот этого здесь ничего не было еще. Таких домов, точнее, они были, да. Были, но незаселенные, здесь была стройка в полном разгаре. Мы ребятишки с удовольствием здесь гуляли. Все ребятишки любят лазить по стройке, собирали патроны. Вот такой вот небольшой влог у меня. Наверное, больше не буду снимать сегодня. Сейчас покажу, как здесь с горки все видно. Сейчас я подойду. Вот и полный обзор. Центральная часть города видна полностью. Ну и еще Первомайская авеню. Вон там. Нива Маколда, видите, я приблизил. Залив не замерзающий. Там Абрамыс. Вот он, Абрамыс. Все видно. Вот эти вот углы, балкончик углов называется элемент поворота. Вот он как раз тоже такой же. Народ переделывает под комнаты, вон там, на втором этаже комнаты. И живет, как в комнате утепляют. Это не жилая площадь, это как лоджия. Вполне удобная вещь. Дома 93 серии М. Они удобны тем, что там высокие потолки. Дворы так сделаны замкнутым пространством, чтобы ветер туда не проникал. Дети спокойно гуляли. Вон как здесь вот гуляют ребятишки. Ветра здесь нет, спокойно. Тихо и хорошо. Вот. Скоба такая. Она почти тянется вообще в круговую. Вот так вот, все круг. И следующая скоба. Ее закрывает. Каждое утро вот так вот ведет капает свою машину. Вот тут дяденька. Капает машину, капает. Ну, тут тоже бедолага. Капает свою машину, видимо, несколько дней. За ней не подходил, не ездил на ней. Вот такой влог получился небольшой. Вот у нас такая детская площадка здесь. Во дворе. Детская площадка. Кстати, если зайти до дома, то дом, то там будет ветер. Ветруган, метель у нас. Здесь очень-очень здорово. Вон ребенок тут какой-то.